Ну, поздравляю себе с победой. Вот мы сейчас по дороге перекинули. Ну, на мой взгляд, похожая игра очень была такая. Очень мало заброшенных шайб, а с другой стороны, очень много моментов созданных. Это и в прошлой игре то же самое было. И хочу сказать, что в той игре, что в этой здорово оба вратаря сыграли. Вот. Ну, улиты, сами понимаете, банальные вещи не буду говорить. Вот. Ну, Новосибирь, наверное, заслужил, потому что хорошо играли они дома. Сложная игра была. Такая же сегодня, несмотря на то, что быстрый гол забили. Еще раз говорю, что нам немножко больше повезло в Новосибирске, а сегодня. Олег Геннадьевич, два вопроса. Первый вопрос по Крису Бурку, да? Значит, не попал в состав. Чем он конкретно недоволен? Второй вопрос по Ярулину. Не будет ли проблем с лимитчиками, так называемыми, с молодыми игроками, в связи с обменом его в Нижний Камень? Ну, давайте со второго начнем. По Ярулину мы... Это запланировано было, да? Я надеюсь, проблемы такой не будет. Собираемся играть три пары. Дело в том, что если бы Игорь поставался, у нас на одном месте три взрослых защитника, и сложновато очень. Мы хотим, чтобы они были здесь и играли все с этой целью. Вот. По первому вопросу, ну, не попал в состав, такое случается, знаете, да? Дальше бы я не хотел взять. Он здоров, он тренируется, но не попался на заявку. Все-таки дорогое удовольствие держать легионера. Подумать над этим. Пожалуйста, Вадим. Вопрос к вам. Первый, напоминали самое звенное звено отпасть после перерыва. Ну, как не так ярко. Что такое? После усталости, после сборной? Или как вы можете объяснить? Пока не могу объяснить. Разбираемся с этим. Усталость, конечно, есть. Но, в принципе, это ведущие игроки и кандидаты в сборную. Поэтому они, в принципе, на этом фоне все равно должны поддерживать свою уровень. Конечно, сейчас мы от них ждем больше, и, в общем-то, их голов не хватает сейчас. Но я думаю, это на моменте и должно все наладиться. У них желание огромное, и они очень хорошо друг с другом общаются, поэтому, я думаю, все это наладится. Пожалуйста, Бус. Ну, вы, конечно, уже ответили на один из моих вопросов, который Вадим задал. Тяжелый был сейчас выезд на Восток. Вот как с некоторых моментов сегодня в игре особенно казалось, что команда немножко вялая. Это вот как связано именно, может быть, с этим выездом, и какие, может быть, выводы после этой игры будут сделаны. Все-таки ближайшие матчи не самые легкие с Адмиралом, а там сесть, так сказать, надо за Владивосток и с Амуром. Ну, могу сказать, что да, не просто и на выезде, но дело в том, что получилось так, что после перерыва там команды находились на месте, готовились. В этом сложности еще не с выезда приехали, а именно приходили. Поэтому нам сложновато пришлось в этом плане. Плюс 3 числа игра была вынесена, чуть меньше перерыва было. Сборники сразу уехали, чуть меньше паузы не было. Вот так все наложилось. Но это и есть, но это не самое главное. Будем налаживать.